Здравствуйте, вас приветствует компания Батискаф, меня зовут Александр. Сегодня у нас на обзоре обновленная ласта от компании Буша X-Voyager. Давайте проведем распаковочку. Я, честно сказать, уже их посмотрел, конечно же, до обзора. Разницы не нашел. Поставляются ласты вот в таком вот пакетике. Вот такая вот ласта. Напомню, ласта X-Voyager позиционируется как ласта для снорклинга и дайвинга, для теплой тропической воды. В принципе, вполне подходит. Очень хорошие ласты по цене-качеству. Стоят они недорого, достаточно мощная, комфортная и удобная ласта. Резина везде мягенькая, закрытая пятка, высокая отбортовочка. Ламинизаторы потока, которые выравнивают ласту при грибке и не дают вашей ноге вот так вот вилять, плюс немножечко облегчают нагрузку и не забирают мощности у грибка. Ну вот смотрю и разницы никакой не вижу. Напомню, X-Voyager выглядели вот так вот, сейчас выглядят вот так. Разницы никакой абсолютно нигде нету, кроме, собственно, надписи. Я ждал обновления, я думал, что, может быть, там на картиночках в интернете не видно, что-то где-то изменилось. Нет, к сожалению, не изменилось ничего, а может быть и к счастью. Потому что ласты X-Voyager очень хорошо зарекомендовали себя на рынке. Они подходят многим, нравятся, красивый дизайн, достаточно мощная ласта, при том, что она мягкая и комфортная. Калоши удобные. Все различные размеры, разные цвета есть в нашем магазине Батискаф. Вот такие вот ласты Буша X-Voyager у нас есть. Приходите, пробуйте, меряйте, а также делайте свои заказы на нашем сайте batiskaf.ua. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал для того, чтобы не пропускать новинки, обзоры товаров и, конечно же, шикарные акции нашего магазина. До свидания!